По оценкам экспертов, в четвертом квартале следующего года уже совсем невыгодная валовочная доходность депозита опустилась ниже нуля. Регулярно выступает как в России, так и за рубежом. Но давать концерты в родной стране и в особенности в родном городе оказывается гораздо сложнее. Так до сих пор и не найдено для нашей школы просто квадратных метров. Мне очень жаль. Аля! Да! Доброе утро! Отлично, куда пришли? Подростка предлагает не только новую хореографию, но и новую методику подготовки современного танцовщика. Он работает с детьми, начиная с 8 лет. И уже в 13 они готовы показать такую серьезную работу, как с Яликом, которая уже привлекла внимание многих западных инструкторов. Открою сейчас. Не знаю. Свои, свои. Я буду делать спектакль о жизни школы. У него я уже начал его выведели. Да? Ориентировочное название его, чтобы вы просто понимали, о чем. Пусть будет пока так называется. Квадратный метр. Неплохой название. Чего? Параллель, лопатки бери, Настя. Стой. Раз. Саш, ты не расцепляй. Такое ощущение, что ты не можешь вот так вот сделать. Понимаешь? Вот человек видит это. Во-первых, на два счета роллап. Во-вторых, раз, два, прям, ну, не дай бог, шажок сделать вперед-назад. Ты что, фарфоровая статуэтка, что ли? Ну, сейчас еще чуть-чуть и рассыпешься прям. То же самое, Лер. Один уровень, шаг вперед, шаг назад. Полноценно можно делать. Что вы делаете-то здесь? Это нафиг никому комбинация это не нужна, это слишком просто. Это примитивно, понимаете? Вот такое видите, понимаете? С таким качеством это вообще непонятно, зачем. Что это такое? Еще раз. Не спеши. И добавляй. Совсем было. И раз. Хорошо.
все заработали, все. Эту студию, и свой статус, и свой репертуар. Вот. Все, конечно, бы сейчас хотелось бы сохранить это. Сохранить, естественно, потому что если мы не удастся сохранить, то и не удастся приумножить. Как минимум, нужно сейчас сохранить. За ней Вероника. И смотри в зеркало. Эй! Лоб! Затылок! Еще раз вернитесь, друзья, давай. Вероника, иди за Сашей в линию. Некрасиво так, парами прям. Да? За Сашей. Так, еще, Лер, падай, еще. Еще, вот. Понимаешь, вы должны так рисковать, понимаешь, чтобы вот буквально, я не знаю, вот муха, если сядет, вот этого веса хватит, чтобы вас перевесило, понимаешь? Вот. Но это же другое совершенно, это близко нету. Достучаться все-таки можно до вас. Все-таки ему пока еще можно, слава богу. Ну, давай дальше, чего еще. Побежала и стоим. Ничего хорошего. Фольклора не пахнет фольклором, понимаете, девочки? Какими-то телодвижениями пахнет. Но это никакой не стиль, не фолк, никакой ничего. Сел встал, сделай. Проверьте еще диагональ. Саш, и не смотри на меня вот взглядом вот этой трески вареной, пожалуйста. Я не люблю вот эти вот стереотипы просто. Организм у меня крепкий пока еще, уверяю вас. Пока крепкий, еще физически уж точно, могу сказать. Просто мне где-то вот не повезло, понимаете. Вот. Так, может, это вообще начнем лечиться и через неделю скажут, да все, вообще все в паре. Вот такие бывают случаи. Да все, да вообще все. На глазах все, раз, заживает на глазах все человек. И через неделю уже бывает подольше. Не важно.
to take a bite of a dog. Вот так как-то, ну, немножко грустно, конечно, все, но ничего страшного, не я первый, не я последний, правильно? Поэтому я надеюсь, что Бог милосердие проявит по отношению ко мне. Вроде я, конечно, я грешил и каялся, но вроде зла такого людям не желал. Так, может быть, конечно, причинял, как и все, понимаешь, ну, так, чтобы уж сознательно, чтобы, знаешь, так, цели, вот, такого нет.